Семикратный чемпион мира приехал в Первоуральск, чтобы провести тренировку с хоккеистами. Полузащитник сборной Советского Союза по русскому хоккею Николай Дураков поделился с молодыми спортсменами Уральского Трубника секретами мастерства. Подобная встреча нужна, но нужна она, наверное, больше всего принесет пользы, когда на льду. Обычно молодые кататься не умеют, там показать, как делать надо, все. Встречу с легендарным хоккеистом организовали те, кто считает, что Первоуральск – город чемпионов. Николаю Александровичу недавно исполнилось 84 года, при этом он продолжает тренировать спортсменов. Кроме того, спортивные обозреватели его называют лучшим хоккеистом 20 века. На встречу с ним пришли 28 воспитанников детской спортшколы Уральского Трубника. Николай Дураков им рассказал о тактике игры в русский хоккей и о том, как пришел в спорт. Выйти на лед тренер не смог, недавно повредил ногу. При этом постарался дать больше теоретических знаний. Советы мастера я приму и буду им пользоваться там на соревнованиях, на матчах, и будем чемпионами.